Всем здорово, народ! С вами Бруда, и это «Настолки на удаленке». Давайте мы с вами еще покатаем в сетевую игру, только сейчас я уже сам создам игру, потому что мне предыдущая партия как-то вообще не понравилась в плане вот этой опции «берем до последнего». Так, давайте создать игру. Посмотрим, что тут можно создать. Ну давай, да, классику. Авторозыгрыш. Ну, в принципе, вот такой вот вариант прикольный. Войти в лобби. Поехали. Так, и чё? Открыть лобби. Ну, естественно, открыть. Сколько тут, интересно, создается игра. Заодно посмотрим. Я обычно, когда подрубался к чужой игре, я очень быстро ее находил. Посмотрим, как сейчас. А что здесь? Ой. Здесь уже я не могу ничего поменять, да, никакие эти штуки. Ну, тогда в таком случае хост ждет дольше всех, что ли? Пока к нему кто-то подрубится или что? Не, не true. Ну, давайте тогда присоединяемся, что... Вот, игра найдена, как так? Почему ко мне так долго все присоединялись? В какую игру я, интересно, сейчас присоединюсь вообще? Так, что у них тут? 7-0 плюс 2, вмешательство, ищи до последнего. Ого, тут замес какой, ничего себе. Так, чё? Кто ходит? Картами Реймана играем, ничего себе. Так... А у меня их, получается, нету, этих карт. Ого. Вот это было нормально. Что происходит вообще? Так, играть. Разыгрываем желтую. Короче, карты Реймана, они вон добавляют еще каких-то тут монстров непонятных. Так, пятерик, да? Ну давай двоечку, чтобы вы не смогли пятерик разыграть. Тебе какая разница? Вы можете двоечку другого цвета разыграть. Так. Здесь тоже берешь до последнего. Уно. Так. И ты, Уно. О, красный. Разворачивай. И ты, Уно. И я, Уно. Все, есть. Прикольно, продолжаем. Продолжаем играть в этих, в Реймана. На Реймане прикольные какие-то тут замесы. Тем более у меня этой деки нету, или я не знаю, каким образом вообще возможно ее получить. Так. Зелененькие, да? Что? Да не хочу я оспаривать, что вы пристали. Так. Хотя, наверное, надо оспаривать. Четверка, да? Какая-то чудесная волынка играет у нас. А, отлично, у нас же вмешательство есть. С кем? Вот между этими будет сейчас меняться. Да, у нас здесь круто вообще. Давай с тобой.
махнемся. Хоба. Хорошо. У меня есть любой цвет. У меня есть... Так, нолик. Эх. Вот это весело начинается, да. Вот это мне нравится. Троечки есть? Нету. Давай-ка мы тебя вот так. Ладно, живем. Красный у меня есть. Двоечки есть, двоечки есть. Ну, тогда я, получается... Ладно. Семерочку с тобой. А чё он? Уну не сказал. Так, вот это плохо. Я сейчас тоже карту беру. А, у меня четверка есть. Он сейчас сверху что-нибудь скинет, да? Тройка. Понятно. Печально. Ну, играем, чё? Да какой? Ну-ка. Плюс два, да? Понятно. И красных у тебя нет. Так, что-то здесь... Что это? Желтые, синие. Прикольно, показывают руку. Куда испарился? А, типа не видно, сколько у него карт или что? Ну, одна вроде, или сколько у него же уно было, или сколько у него две? Капец, вот это огонь. Поехали. Семь. С тобой, естественно. С кем еще? У тебя там две карты. Две, да? А, вообще не видно сколько. Окей, обратно со мной сейчас. Понятно. Просто так ты теперь не уйдешь. Семерки есть, семерок нет. Ну давай, плюс две еще лови. У тебя там много карт. Они вон стопкой просто расположены. Блин, вот это круто, кстати. Классный режим. Достаточно веселый. Уно. Шесть, да? Шестерочка у меня есть. Ага, у тебя больше зеленых нету. Так, он сейчас... Шестерка. Так, у этого с синими проблемы. У него там карт уже просто немерено. А ты... Уно. Синий, да? А еще есть синий у тебя? Пять развернули. Да ничего себе жестко. На, веер. Че, я не успел сделать, что ли, эту? Уно. А, тот не сказал уно. Только я вроде успел нажать. Тебя тут ничего не успеваешь вообще. Они какие-то все шустрые. Так. Набираем полную руку. Играем. Желтый давай. Надеюсь, у тебя не желтая. А что ты хочешь-то? Ну ладно, получи 6 карт. Не знаю, странно. Почему он решил меня проверить? Не знаю, ладно. Вмешательство. Так, восьмерочки, да? Пятерочка у нас есть, если что. И желтенький у нас есть. Двоечка. Двоечка. А у нас пятерочка есть. А у вас есть пятерочка? Так, нет, это что-то очень... Ой-ой-ой.
8 карт аж взял. Зеленую дайте. Так, зелеными беда. А, здесь выходит, что, один игрок как бы Рэймон. А три живых игрока, да, получается? Три настоящих. А один всегда будет Рэймон. Так, меня тут банят. Почему я этот ход пропустил, не понял. Что происходит, а? Ага, играть. Какой? Желтый давай. Я не знаю, какие там у него карты. Понятно, никакие. Желтых у тебя нет. Ну сейчас уже, наверное, есть. Ноль. Хоба! Неплохо. Ноль. Жестко. Чё, я? А чем ходить-то? Чем ходить? Чё-то я не понял. Ладно. Я, оказывается, ходить должен был. Я. Так, сердечко какое-то. Бум. Сердечко это что, любая карта, что ли? Она превращается в любую карту или в ту карту, которая. В ту карту, которая нужна. Что это было сейчас? Так, синий. Синего у нас нету. Ну а спорить. Вот так вот. Хоба. Так, все равно у меня синих нету, да? Плюс 2, хорош. Так, надеюсь, у тебя нет синих. Нету. Вмешиваемся. Еще плюс 2. Так, четверки у меня есть, да? А, нет, кстати, тут вот подключился еще игрок. То есть Рэймон это как бы просто комп. Роблоки, Рэймон. Роблоки отрубился. Так, ничего нету, да? Ну давай ты вот так. Причем я замечаю, что вот с достаточно, если длинные партии, то прям начинают мозги так прям закипать. Потому что ты должен смотреть и за цифрами, и за цветами, и за всякими вот этими, смотря что ты там выкинешь, там семерку или нолик, например. Так, что это? О, я показываю свои карты. Окей. То есть это карта, которая... заставляет какого-то игрока показать руку, и плюс она прячет его карты. Прячет эту зону вообще всю, да? А можно, интересно, убрать теперь эту зону? Так, синий. Ну, играем. Очень много информации приходится анализировать за достаточно короткий промежуток времени. Так, что мы можем развернуть? Вот, причем эта информация, говорю, она цифры, цвета, всякие вот эти разные дополнительные карты. Так, что у нас можно сделать? Так. Только не со мной. А, у него три карты, да? У этого четыре. Ладно. Прикол, прикол. Вот
Что он сделал? Он просто сожрал все карты и выплюнул их все, что ли? В рандомном порядке? Жестко. То есть тут о своей стратегии можно, в принципе, забыть, потому что ситуации меняются крайне быстро. Ладно. Красная троечка, да. Спасибо. Вот, кстати, непонятно даже, сколько у него карт, да? По сути-то. А почему я вмешательство не смог? А, ну хотя это и так мой ход. Один. Уно! Когда уно, у него, значит... Ой! Зачем я нажал взять? Когда уно, у него... Это, туман этот улетает, короче. Так, синих у него нету. Запомнили. Неплохо. Только что был в одном шаге от победы. Давай, желтый. Вот этот опасный. Желтых нету, да? У этого синих нет, у этого желтых нет. Так, чё, синих? Почему он выбрал синий? У него ж не было синих. Так, зеленый сейчас, да, рулит. 7. Ну, нормальный, кстати, экшен. Так, семерочка. А давай, погнали. Let's, как говорится, go. У него нолик есть. Я ему нолик отдал. Вот он, этот нолик, кстати. Эх. Грусть, печаль. Ноликов больше нет у нас. Четверка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо играть. Желтый. Ты, я помню, синий выбирал в прошлый раз. Хотя там уже... Да, окей. Бьемся, бьемся. Так, вмешиваемся. Желтый. Восьмерочка. Девяточка, да? Девяточка у меня есть. Так, желтый. У этого, значит, с желтым все хорошо. Желтый, желтый. Так. Опа. То есть у него был красный, он его решил вскрыть. С таким маленьким количеством рук это он так сделал. А зачем он так сделал? Он же, наоборот, вот эта карта, которая дает выбирать цвет, ты можешь ее сыграть вообще всегда. Тебе вообще ничего не нужно, чтобы ее там, например, сыграть. Ты ее играешь самый последний даже, и все, и выигрываешь. Зачем так рисковать, когда у тебя там на руках три карты, одна из них вот эта, которая дает цвет, и ты кидаешь друг... кидаешь ее? Ну, короче, не знаю, я бы так не играл. Дело каждого, как говорится, но... Интересное решение. Так, у меня опять ничего нет. Набираем. Играть. Желтый. Так. Плюс 4. Угу. У тебя желтого нету, да? Так, разворачиваем. Разворачиваем. Синий. Зеленый. Эх. Играем. Понятно. Спасибо. Спасибо за то, что снабжаете меня картами.
Так, шестерка у меня есть желтая, кстати. Пятерка, да? Пятерки нет. Это опасный. Ноль. Получи, пожалуйста, картишек. Да что ж такое-то? Он успел сказать, да, Уно? Так, меня заблочили. Ага. С красными у тебя проблемы оказались. Ой-ой-ой. Так, кого? Покажи. Зеленый. Так, три зеленых, красная, окей. Три зеленых. Так у него ж красная была, я не понял. Почему он набрал-то? Со мной сейчас махнется. Вмешательство. Так я ж нажал вмешательство, а что такое? Русская раскладка, что ли, стоит или что? Не понял я. Ладно. Меняешься обратно, окей. Вот это партия, вот это просто огонь. Так, что у нас есть? Синий. Нолик, если мы махнемся с этим, да? Так, девяток нет. Пятерок нет, зеленых нет. Так, у меня есть желтая единичка, давай вмешательство сделаем. О, хорошо. Да ты чё, шутишь? Какое уно? Нормально я ему устроил, да, уно? Так, ну давайте, поехали. Чё там? Только не надо нам сейчас опять выбрасывать. Не надо нам выбрасывать игроков. Жесткая партия вообще идет. Жесткий просто бэтл. Чё у тебя? Все по нулям. Окей. Я вот не знаю, может тут кто-то еще играет с телефона. Как бы она... Может быть такое? Может быть и может. Типа мультиплатформенная она или нет. Это было бы вообще круто. Так, ну все, похоже сейчас его дропнет. У этого Уно, конечно, серьезное. Сейчас может все и закончиться очень быстро. С зелеными у меня проблемы. А он, получается, кинул зеленую единичку, да? Если сейчас ходит вот этот, предыдущая карта вот его. Значит, у него с большой вероятностью есть зеленая. Ну, хотя не факт. Нет, не с большой вероятностью. Тут просто была желтая единичка. Может быть, у него как раз... Хотя, не знаю, что угодно может быть. Может, у него просто оказалась зеленая единичка, он ее сыграл. А что у него там осталось...
Одна карта, это капец как сложно определить. Так, ну ладно, в общем, тут понятно. А, вот этого теперь. Что, какие-то проблемы, да? Кого мы ждем-то в итоге? Вот этого мы ждем. Здесь зашел Реймон. Так, этот отрубился. Новый пришел. Глобокс. Причем у него аватарка такая же, как у этого примерно. То есть это тоже какой-то... Какой-то чувак. Который будет карты свои, что ли, сюда вбрасывать. Вот такие, да, как лягушачьи какие-то. Я не совсем понял, что сейчас происходит в итоге. То ли мы зависли, то ли мы не зависли. Короче, странно как-то все это. Так. Тут еще по раундам прям, да? Ну что-то все. Что такое общение? Маленькая подсказка. Разыграй эту карту в свой ход, чтобы клонировать верхнюю карту колоды сброса. Ага. Подсмотри в карты своих противников, а свои спрячь. Так. Защити себя от карты, возьми 2 или дикой карты, возьми 4 и удвой штраф. Если разыграть эту карту в свой ход, она действует как дикая карта. Угу. Перемешивает карты всех игроков, раздает в случайном порядке. Понятно. Ну, в общем, ладно, что-то мы тут все зависли. Придется, наверное, эту партию прекратить. Как бы это печально не было. Ну вот, у этого игрока осталась одна карта. Тут шансы как бы у него есть, конечно, очень высокие на победу. Но я не знаю, что тут. Тут все висит. К сожалению, придется ливнуть. Сколько ж вас еще мучить этим томительным ожиданием. Так, ну вот, в общем, такая получилась партия, к сожалению, мы ее не доиграли, потому что сами видели, что произошло. Но было круто, мне на самом деле очень понравилась партия колоды вот этого Реймона. Сейчас. Ладно, не будем там искать, в общем, надо будет разобраться, каким образом получить эти колоды. Вот, так что такая вот была партия, было круто. Если вам тоже понравилось, как обычно, пальцы вверх, колокольчики, лайки, репосты, все красавчики, все все знаете. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на ВК и Телеграм. Все ссылки, как обычно, будут в описании. Увидимся с вами в следующих видосах. С вами был Бруда и Настолки на удаленке. Всем респект, всем пока.